9-летний Даниэль Морозов, оставшийся сиротой в США, имеющий также гражданство нашей страны, сможет увидеться со своими российскими родственниками. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова. Встречи с мальчиком все последние дни, в частности, добивался его дядя. Но запросы нашего генконсульства в Сан-Франциско, когда оно еще работало в обычном режиме, американская сторона игнорировала. Напомню, Даниэль недавно потерял родителей в Калифорнии. У него на глазах отец убил мать. При задержании мужчина получил смертельное ранение. Ребенка поместили в социальный центр.